Это кручу, а это не крутится. На месте стоит. Она должна быть вот. Ну, причина моего обращения – это не включение заднего моста, то есть полного привода. Обращаясь в дилерский центр, мне объяснили, что это не гарантийный случай, хотя машина находится на гарантии. Знакомые друзья, имеющие автомобили Kia, посоветовали обратиться именно в ваш сервис, что здесь как бы лояльные, хорошие цены и хорошее качество работы с автомобилем. Ну, в дальнейшем посмотрим, как будет проведена работа. Вот. Может быть, даже буду советовать всем своим знакомым обращаться и в этот автосервис. Добрый день, с вами компания OMZAP. Для тех, кто проживает в немосковском регионе и не имеет возможности привести к нам свой автомобильно-профессиональный ремонт двигателя, можете прислать транспортной компании снятый силовой агрегат. Вы оплачиваете доставку до Москвы, а мы отправляем вам отремонтированный двигатель за свой счет. Двигатель к отправке готов. Также мы пришлем полный видеообзор дефектовки и ремонт вашего двигателя. Это должно быть все Ну вот, работы завершены. В течение часа мастер мне неисправность устранил очень быстро. Качество я проверю, конечно, это все на дороге. Вот, а так, пока на подъемнике, мост работает, включается. Пока меня все это удовлетворяет.